Всем привет, меня зовут Катя Инберг, я стилист. И если вы заболели, то, конечно же, лучше остаться дома. И сегодня я для вас подобрала 4 образа, в которых вам будет очень комфортно. Посмотрите на ситуацию с положительной стороны. Наконец-то пришло время расслабиться и выспаться. Создайте уютную обстановку, лучший наряд для которой – это пижама из натуральной ткани. Не забывайте о важных оздоровительных процедурах. Пейте чай, ешьте пирожные 2 раза в день, смотрите любимые романтические комедии и, конечно же, читайте. Когда все сериалы пересмотрены, самое время сделать то, до чего не доходили руки. Переберите книги и пластинки и разберите гардероб. Чтобы процесс не превращался в банальную уборку по дому, нарядитесь. Мягкое хлопковое платье – то, что нужно. А если кто-то зайдет в гости, даже и переодеваться не надо. Работа может ворваться даже в крепость из одеял и подушек. Если деваться некуда, бегом за компьютер. Чем быстрее сядешь за работу, тем быстрее освободишься для более приятных дел. В пижаме, конечно же, рабочего настроения не будет, и поэтому я предлагаю надеть этот красный спортивный костюм и отправиться прямо в нем на чемпионат мира по трудоголизму. Простуда уже отступила, но к свиданию с морозами вы-то еще не готовы. Создайте себе зону комфорта. Заварите травяной чай, зажгите свечи. Лучший наряд для дома – большой теплый свитер.